Всем привет, с вами Елена Смирнова и сегодняшнее видео по буксу, где я абсолютно без вложений на простых действиях, даже это и серфингом, наверное, нельзя назвать, зарабатываю поинты. Эти поинты будут конвертироваться в биткоин. Сатоши. Называется бокс. Вот такое вот у него, друзья, название. Многие не знают и не понимают, как здесь работать. Вот решила я записать видео еще раз. Значит, здесь наводим мышку. Регистрация. Кликаем. Здесь имя. Username, два раза пароль, email адрес, повтор имейла. Нажимаем регистр. И регистрируемся. Я же войду. Здесь нам за любое действие начисляют поинты. Вот я сейчас войду в аккаунт, и мне капнет как бы, ну, монетка. Логин. И вот видите, зелененьким загорелось. Это мне как бы вот один поинт. Только за то, что я вошла. У меня 3551 поинт. Вывод отсюда от 5000. При регистрации нам дают бонус 1000 поинтов. Вот. Также сразу здесь находится наша реферальная ссылочка, друзья. Внизу далее идут баннеры. Здесь мы зарабатываем еще на баннерах. И здесь кругом баннера. Я очень много времени провожу на этом сайте. Вот. И вот если я кликну на баннер, возвращаюсь. На стрелочку вот нажала я. И вот мне два поинта. Здесь не обязательно как бы, да. Вот здесь есть, друзья, статистика. Вот здесь можно найти себя. И я вот смотрела, вот смотрите. Я на 22-м месте. Вот мой логин. Я вот как бы, да, смотрела. Вот 3553 поинта у меня. Теперь по заработку. Так. Кликаю сюда. Также я могу кликнуть опять же таки на баннер. Возвращаюсь, на стрелочку нажимаю. И мне опять вот за баннеры два поинта. Здесь опять, видите, баннер обновился. И вот здесь кликаем вот на зеленую вкладочку, я нажимаю. Вот один поинт мне начислили. Опять нажимаю. Опять. И вот таким вот образом я зарабатываю опять поинт. И здесь 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Здесь предостаточно как бы, да? Далее, а вот здесь уже баннеры идут. Опускаемся ниже. И также я кликаю. Загрузится. Опять вот на стрелочку я нажимаю. И два поинта. На следующий кликаю. Опять на стрелочку возвращаюсь.
Еще два поинта. Вот таким вот образом я работаю на баннерах. Вот. И вот эти вот такие вот баннеры. Тоже сейчас кликну. Возвращаюсь. И два поинта. Видите, баннер обновился. Здесь уже другой баннер. Можно опять же таки на него кликнуть. Опять на стрелочку. И опять два поинта. И опять баннер обновился. Вот так как бы неплохо. Баннеров здесь предостаточно. Далее идет видео. Также на видео. Видео смотреть не обязательно, просто кликаем вот на зеленые буковки. Все. Один поинт. За баннеры нам два поинта начисляют. Следующее видео. Опять видите зачет. И таким вот образом здесь вот я на видео, как бы, да? Следующий заработок. VIP-PTS веб-сайт. Ну, здесь одна рекламка. Кликаю. Зачет. Один поинт. Видим, да? Возвращаюсь. Опять же таки здесь вот видим баннер. Кликаю на баннер. Возвращаюсь. Два поинта мне начислили. Обновился баннер. Опять я кликаю. Здесь они повсюду, эти баннеры. Возвращаюсь. И опять мне два поинта за зачет. Следующий. Веб-сайты. Также кликаю на зеленые буковки. Один поинт мне зачислили. Следующий. Опять кликаю. А опять мне копеечка капнула. На следующий. И опять мне капнула. Таким вот образом, друзья. Ничего сложного нету, даже капчи нету. Далее вот еще вот здесь лотерея, или как это называется. Здесь то же самое. Кликаю вот на зеленые буковки. Все, зачет. Один поинт мне начислили. Возвращаюсь. На следующую кликаю. Опять. Не зачет. Здесь у нас это задание. Здесь я ничего не делала. Вот. Далее мой аккаунт. Если я пропущу день, я не зайду, то у меня вычтут 100 поинтов. Так что имейте в виду. Вот, уже 3578 монеток у меня. Вот. Также, друзья, следите за почтой. Здесь раздаю, бывают, что администрация раздает вот эти поинты. Вам на почту придет письмо, и вот здесь будет как бы тоже письмо, вот конвертик. Вам там будет код. Этот код нужно будет вставить вот сюда. Как бы, да? И нажать на зеленую вкладочку. И как бы это не часто, но тем не менее это бывает. Вот. Значит, что здесь у нас еще?
Апгрейд. Здесь еще нет апгрейда. Здесь ранг. А, я аватарку поставила. Вот. И вот кликаю. Опять-таки видим, да, баннер. Возвращаюсь. Мне 2 поинта. Видите, баннер обновился. Опять кликаю. Они повсюду здесь. Это я уже, знаете, гуляю по сайту как бы. И опять 2 поинта. Вот. Апгрейда здесь пока нету. Как бы это еще будет скоро. Здесь я вот оставила тоже комментарий. Написала хороший сайт, надеюсь на долгосрочную работу. Как бы, да? Вот. На английском языке все это через Google переводчик. Вот. Здесь вкладочка «Вывод». Вывод в биткоин сатошах, друзья. Когда будет 5000, я, естественно, проверю его на вывод. Но сайт платит, это уже как бы доказано. Значит, здесь метод, друзья, прямой кошелек и PayPal. Я-то раскатала губу, думаю, выведу на PayPal. Ну, в долларах, да, у меня рублевый как бы PayPal. Там, если я в долларах буду выводить, они у меня автоматически конвертируются в рубли. Нифига подобного. Здесь вот этот PayPal, биткоин. Я не знаю, что это такое, у меня такого нет. Вот. Или надо там как бы заводить биткоин, я не буду рисковать. Я буду выводить на прямой биткоин кошелек. Вот. Сюда прописываем адрес, здесь сумму. И будем выводить, как бы. Вот. Ну, это выход. Здесь можно рекламить свои проекты. Но я здесь не рекламлю. Видите, я просто кликнула, я перешла. И мне один поинт засчитался. Здесь вот пока ходишь, кликаешь, гуляешь. И как бы копеечка капает. Вот. Я не знаю, я не собираюсь здесь рекламить. Но, тем не менее, здесь можно давать рекламку свою. Вот, сайт очень хороший, я всем рекомендую. Вот мне определенно очень понравился. Я очень довольна, что я не прошла мимо. У меня еще не было такого букса. Вот здесь даже вот этот заработок и серфингом назвать, наверное, серфинг, не серфинг. Вот за простые действия вот такие платят денежку. Ну, здесь, если будут вопросы, можно в поддержку написать. Форум. Вот. Здесь я ничего... Здесь тоже как-то здесь зарабатывают. Отвечаешь и типа того, как бы... Ну, я не знаю, друзья, как здесь что делать. Вот, здесь я ничего не делаю. Вот. Вот такой вот проект. Ну, и здесь, если будут, надо будет что-то спросить у администрации. Название, email адрес, пишите, что вас интересует, капчу и отправляете. Вот такой вот, друзья, проект. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Но мне интересно, пройдите мимо. Я довольна. Вот. Вот мне давали как бы эти. Вот приходил. Вот. Ну и баннеров здесь более чем достаточно. У меня вот такой зелененький в работе. Я запустила. Потом вот такие баннеры. Да, народ начал. Я вот вижу вот такие баннеры 300 на 250. Я же работаю, да, на буксах.
Там же рекламы много. И вот эти баннеры вот иностранцы рекламят. Ну и 468 на 60. Ну, видим, да, что более чем достаточно этих баннеров. Все красочные, красивые. Вот, ну, в принципе, на этом буду я заканчивать. И буду как можно чаще писать видео, стараться. Ну, и делиться с вами своими результатами. Вот. Вот баннер, смотрите, кликаю. Опять же таки, возвращаюсь. И у меня опять зачет. Вот как-то так я вот работаю. Хочется уже, конечно, проверить его на вывод. И вот статистика меня заинтересовала. Очень. Видим, да, вот в первых 6246 вот этих токенов у кого-то. Согласитесь, неплохо. Вот. Ну, буду на этом прощаться. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.